понятно для всех и для всего общества, что невозможно сделать все. Невозможно восстановить здоровье человека, которого государство послало на ликвидацию. Это не решается деньгами. Никакими деньгами нельзя решить. Но те возможные компенсации, которые государство обязано дать, их нужно дать. Вот над этим мы работаем. Ну и кроме того, кроме денег, нужно еще и внимание общества к этим людям. Это моральная поддержка, это моральное их состояние, оно должно быть, ну, человек должен чувствовать себя комфортно, он должен понимать, что он не забыт, что его помнят о нем, государство помнит, помнят его соседи, его друзья, помнит общество, помнит район, помнит город. Мы делаем все для того, чтобы вот именно так происходило.